Смотрите, народ, рожицы. Лев. Привет. Тип того. Влог бандит инвалидов. Пошли-ка мы в наш парк на праздник. Кажется, погодка. Да ты что, все катаются вон. Погодка очень хорошая. На градуснике минус 10, но не ощущается, как будто минус 6, это минус 5. Вот тут у нас спортивная площадка. Приходите, занимайтесь, все, кому не лень. В общем-то. Я же рассказывала, что по чечую Саша, это мой однокашник. Он занимался в свое время акробатикой и спортивной гимнастикой. Сегодня какой-то тут праздник. Народ приехал кататься. Массовые катания на коньках. Мы не катаемся массово, да индивидуально тоже не катаемся. Летние кафешки забиты, закрыты. Аттракцион паровозик. Сейчас посмотрим. Буквы кривые. Это для того, чтобы было весело. Может, и паровозик такой же кривой. Вот какой-то остаток стоит в прежней роскоши. Карусельки. Ну, ничего, скоро весна, все откроется. Ох. Народ активный с коньками идет, молодцом. Горки для детишек маленькие. А когда-то 80-е годы здесь стояла огромная железная горка. Санька, наверное, не помнишь ты ее. Помню. А, помнишь? Самая любимая горка моя была. Сейчас видишь, детишки на этих тюбах, на ватрушках. Ба, народу-то. Смотри, как реклама ВКонтакте работает. Народ приходит. Очередь зачем? Вы не поверите, народ, это очередь за блинами. Боже мой. Куда? Услуги по прокату коньков. Машину здесь поставили. 150. А Шкода центр устраивает. Все. И тут дают блины бесплатные с чаем. На следующей неделе Масленица начинает. Тест-драйв. Поехали. Подрайвим. А чё Шкода, смотри, какая. Привет. Куда? Учитель на 4, между прочим. Итак, уважаемые друзья, мы начинаем конкурс стихов. Вернее, мы его продолжаем, но есть первая четверостишая. Ждем ваши четверостишие со словами «Самара Максимум», «О, Град Авто», «Шкода Кодьяк», «Шкода Октавия». Снег, каток и рок-н-ролл. Есть вот такой вот. Максимум здоровья дарит нам каток. И улыбок, и веселье, снег, и рок-н-ролл. Радио Самара Максимум ведет эту эстафету. Шкода Драйв, дружок. Как вас зовут? Елена, Аня, где ты? Аня, где ты? Аня, молодец. Есть у нас первый приз. Вот сюда, Елене. Что там? Ничего не видно. Давай. Как зовут? Стёпа. Арина Балерина. Давай, стихотворение. А где рок-н-ролл? Где рок-н-ролл? Арина тоже с папой получает подарок. Вот такой красивый. Кто это? Давайте, папа. Давай, скажи.
Октавия. Поехали? Это чья твоя? Это тест-драйв тоже. Можно прокататься. Попробуйте сейчас, да? Где у нас представители Самара Максимум и ООО «Гранд Авто»? А ты что, Дед Мороз остался? Спасибо большое, аплодисменты. Дед Мороз лучше. Тоже есть стих. Давай. Как зовут? Камила. Давай. Я сегодня больше не могу. Что, домой? Ага. Что-то ЧП произошло опять. О. Там вот сноуборд. Можно кататься. Ну, почти как Джиган. Джиган также читает стихи, да. Молодец. Хорошие нет, стихи. Надеюсь, там Шкода Октавия была или Шкода Кадья. Да? Если только про нее и было, действительно. Хороший, хороший стих. Главное запомнить на морозе. Все. Есть еще желающие? Со стихом. Михалыч пугал. Дети, главное, чтобы там были слова. Мамы, давайте. Слова. Самара Максимум, Гранд Авто, Шкода, Кодиак, снег, каток, рок-н-ролл. Давайте. Ну вот так. Будет у меня автопарк, а в нем Шкода Октавия и Шкода Кодиак. Вот супер. Вот. А где Самара Максимум? А там. Ну вот, я же обещал вам конкурс. Давайте. Значит, снег, каток и рок-н-ролл нас зовет с собой на лед. Все семья. Смотри, какие стихоплеты. Вот так вот. Аня, я не знаю. Давай, пись, иначе я у тебя сам его заберу. Давайте, папа, давайте. Сегодня он вообще... Пожалуйста, катайся. А? Какой длинный? Да вообще. Не то слово длинный. Молодец, папа. Честно, честно от души, да. Поэтому ходит без коньков. Давайте. Обычно мало. Делали, заливали-то мало, а в этом году смотри, как много залили. Супер! Ну, так мы с вами. Показали вам, что в нашем парке периодически проходят всякие конкурсы, викторины, презентации. А будем дожидаться заслуженных фигуристов? Так. Зима в этом году малоснежная. Снега нападало немного. Но парк-то укрыт. Нормально так. Хорошо. Так что вот так, занимайтесь спортом и ведите активный образ жизни. Ну а с вами была Глафира Абрамовна, которая вот плохого всегда не посоветует. Всем привет. Коротенький сегодня обзор. Фигуристов дожидаться не будем. Ну, так посмотрим. Там, кстати, по первому каналу идут выступления. Ну все. Всем пока.